Пророссийские митинги в восточных областях Украины – псевдосепаратистские. Такое мнение высказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Сегодня он пообщался с донецкими журналистами. По его словам, в регионе пытаются повторить сценарий событий в центре Киева с массовыми беспорядками и захватом административных зданий. Но такие настроения присутствуют лишь у незначительной части жителей Донбасса, считает политолог. Решение о проведении референдума о федерализации, по мнению Андрея Ермолаева, должны приниматься только после длительного обсуждения как властью, так и общественностью. Ну, там захватывали, тут давайте захватывать. Там отделялись, тут давайте отделимся. Причем участвует довольно ограниченный круг людей. И я лично не доверяю этому движению. Я не хочу сейчас заниматься теориями заговора. Я не вижу ни на Донбассе, ни на Харьковщине, ни в Луганщине широкого вот такого сепаратистского движения. Зато я вижу тут этот карнавал. Я бы сейчас, например, не спешил с радикальной идеей референдумов. Я бы не спешил сейчас с какими-то опросами, потому что спекуляция на цифрах, на политических сложных решениях, а референдум – это политическое сложное решение на самом деле, оно может только обострить ситуацию.